Новая сессия, новая ситуативная коалиция. В частности, это проявилось во время голосования за кандидатуру депутата от ОПЗЖ Вадима Шкаровского на должность заместителя председателя облсовета. Шкаровского, который последние полтора года был первым замом председателя, поддержали 64 народных избранника, в том числе представители партии «Доверять делам», «Слуга народа» и «Батькивщина». Против голосовала «Европейская солидарность». На предыдущих сессиях основные решения принимались голосами «Слуг народа», «Евросолидарности» и «Доверять делам». Также депутаты утвердили состав и руководство профильных комиссий облсовета. Отметим назначение представителя «Батькивщины» Андрея Бабенко заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам правовой политики, законности, правопорядка и борьбы с оргпреступностью и коррупцией. Бабенко в новом созыве областного совета уже успел зарекомендовать себя как настоящий специалист в борьбе. Еще одно интересное событие. Впервые за последние три созыва у председателя облсовета будет больше двух заместителей. Третьим заместителем Григория Диденко выбрали депутата от политсилы, зама и будни, экс-нардепа Александра Урбанского, родного брата экс-главы областного совета прошлого созыва Анатолия Урбанского. Я, Урбанський Олександр Ігорович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Ще раз дуже дякую.